видео для тех, кто утверждает, что Tecno стабильная система. Это Noting Phone 1. Зарядил вчера в 21.00. Никакой активности остался. Дом лежал в шкафу. 87% осталось. До 100% был телефон заряжен. А это Tecno Phantom X2 Pro. Выключился. Вероятно, у него зарядка села. Судя по всему. Конечно, я не уверен, но это лишь мои предположения. Но думаю, так оно и есть. Тоже в 21.00 снял зарядки. 95%, по-моему, было примерно. Ждем, ждем, друзья. Конечно же, я хейтер компании Tecno. Это лучшая компания, делающая лучшие смартфоны на сегодняшний день. И самое главное, самый стабильный, с лучшей оболочкой. И лишь я не умею пользоваться ими. Один процент, мать его, один, бля. Чё это такое вообще? О какой стабильности вообще может идти речь? Да, дичь полная, конечно.